Сейчас я вам покажу общественный туалет в Дании. Заходим. Вы видите три кабинки. Дальше есть три умывальника и большое зеркало. Есть мыло. Есть салфетки, чтобы вытирать руки. Если мы присмотримся поближе, краны идеально чистые. И раковина, обратите внимание, это общественный туалет. И зеркало очень чистое. Заглянем в одну из кабинок. Обычный туалет, есть бумага, и опять же мыло, есть чем вытереть руки, кран, раковина. Это в каждой кабинке. Еще есть особенный туалет. Это туалет здесь для инвалидов. Вот эти ручки, это для того, чтобы было удобно инвалидам. А также есть перинальный столик для мам. И даже, что интересно, можно померить рост малышу. Очень удобно.